Добрый день! Добро пожаловать на еженедельный обзор урбанистических новостей. В Херсоне упал 70-метровый флагшток, который должны были открыть 23 августа. Как вы помните, у нас тут по стране решили понаставить везде высоких флагштоков, и вот в Херсоне он упал. Но он не просто упал, а забавно то, что он упал на автомобиль, на Lexus, чиновника, который отвечает за это строительство. То есть, по-моему, просто-таки бинго. Я не знаю, может, он там всех достал, и строители так нечаянно уронили флагшток именно очень прицельно, ну или же просто такое стечение обстоятельств. По официальной версии там стропа порвалась, типа она с дефектом, вот и все такое. Но я на самом деле слабо в это верю, что именно причина в стропе. Я думаю, что да, наверное, стропа порвалась, но проблема в том, что ее там плохо зафиксировали, неправильно, с каким-то перекосом или еще что, потому что на самом деле у всех этих монтажных штук очень большой запас прочности, оно там рассчитано реально на там более чем двукратные запасы прочности. То же самое там с стропами, которые ты панельки поднимаешь. То есть я уверен, что с флагштоками там тоже колоссальные запасы прочности, и поэтому ее там как-то плохо зафиксировали, и, собственно, она порвалась. Ну, понятно, что будут, это вообще обычное дело, спихивать все на завод. Вспомним даже тот Шунявский мост, что вот, мол, там закладные детали с дефектом, хотя там было очевидно, что проблема в монтаже, тоже там вода попала в эти закладные детали и от льда и расперла их. Собственно, и тут пытаются на завод, но надо понимать, что на заводе обычно лучше всего вообще изготавливают. Самое высокое качество — это как раз у заводских изделий. Все остальное, вот обычно такие ошибки как раз случаются непосредственно на стройке, на монтаже, там какие-то непонятные кадры это все монтируют, монтажат. Очевидно, что набрали там каких-то за 3 копейки стройков, чтобы денежку куда-то в другие хорошие места, например, на Lexus. Сколько, интересно, зарплат чиновника необходимо, чтобы купить Lexus? Вот у меня вопрос. Ну да ладно, теперь появится, наверное, на авторе объявление с Лексусом, который не бит, не крашен, по очень выгодной цене. Ну, собственно, упал, и там еще появились какие-то куча теорий, что вот там вообще проектировщики какие-то херовые, там все херовые, типа вот перфорированный этот флагшток, о ужас, там какая-то плетеночка. Короче, это все полная фигня, конструкция флагштока — это вообще самое простое, что может быть, просто палка в земле, там, ну, рассчитывается максимально просто, да, несмотря на ветер, несмотря на динамику, то есть все равно это там не супер что-то тяжелое. То есть то же здание посчитать намного тяжелее, чем посчитать просто палку. Это максимально простая конструкция. Поэтому я сомневаюсь, что там были какие-то ошибки именно в расчете или в конструкции. Я думаю, что это просто такая халатность при монтаже, и, собственно, что и случилось. Случилось вот такое падение, очень прицельное. Ну, не прикольно. Теперь в Херсоне не будет 70-метрового флагштока. Не знаю даже, как они вообще теперь дальше будут жить без флагштока. В Светогорске построили госпиталь для ветеранов с ступеньками перед входом. Причем ступенек этих сделали ойер дофига, я просто в шоке. Ну где вы этих архитекторов берете? Ну наймите нормальных. Ну что это такое? Ну да, я понимаю, сейчас придут. А как же, что же все затопит? Нельзя, надо обязательно ступеньки, с водой же вода. Вот видит ступеньки и бежит сразу нафиг. А если ты сделаешь пандус, водичка по пандусу поднимется. Очевидно. Во-первых, ситуация с водой решается многими инженерными способами без ступенек. То есть, в принципе, тебе надо просто как бы с гравитацией работать. Да? Во-первых, ты можешь уклоном, разуклоночкой все сделать, то есть какую-то возвышенность, пологий уклон, причем там он может максимально пологий, и вода просто не поднимется. Может быть, даже тот же перепад, просто его ты там разнеси чуть-чуть побольше. Но вообще перепад сильно здоровый, зачем такой конский? Второй момент – делать решеточки, то есть делать ливневочку, делать водостоки, куда эта вода будет попадать. Посмотрите, как сухие фонтаны. Вот сделал Рошен сухой фонтан. Что там, все затопило? Переход подземный затопило, который типа ниже? Нет, не затопило, потому что там вокруг него есть такие ложбиночки, куда вода уходит. Хотя там нету никакого углубления, то есть нету перепада высот, нету ступенек. Тем не менее, сухой фонтан и вода это не затопило еще Киев. Как так, а? В Киеве появились маршрутки, в которых вакцинируют от COVID-19. Я, честно, не знаю, как реагировать на эту новость. Вроде как, наверное, это может и удобно, такие мобильные пункты вакцинации, не надо куда-то ехать, идти. Я, например, вакцинировался на МВЦ, туда надо было ехать. В общем, неудобно, наверное, если бы маршруточка там была рядом, то я бы туда не пошел.
Потому что маршрутка это какая-то хрень, она там просто ужасная. То есть маршрутка у меня не вызывает доверия. Ребята, у нас и так полно антивакцинаторов, у нас и так доверие к вакцинам не очень там серьезное. Посмотрите на процент вакцинации, посмотрите, что люди пишут в соцсетях. И вот маршрутки, вот они не вызовут доверия к вакцинам. Вот если те что-то будут колоть маршрутки, я сомневаюсь, что ты такой, ну, это ж тут хорошо, в маршруточке плохого быть не может. Ребята, не то вы делаете. Почему не какую-то скорую помощь, амбулаторию? Почему там, ну, я не знаю, что-то получше найти, какой-то хотя бы автобус там нормальный. Неужели нету чего-то лучше маршрутки? То есть маршрутка это максимально хрень, которая вообще не вызывает доверия. То есть, если вы там чем-то колите, ну, я даже при том, что я за вакцины, я за вакцинации, вот я бы в маршрутке не кололся. Блин, ну нет слов, честно. Украина активно готовится к широкомасштабному празднованию Дня независимости. 24 августа будет 30-я годовщина с тех пор, как Украина стала независимой. И к этому событию готовятся такие большие празднования. Так, в Киеве будет проведен военный парад с участием военной техники, кораблей, а также авиации. В том числе над Киевом пролетит самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия». Тут интересно то, что это уже третий день независимости, когда Зеленский является президентом, и вот только сейчас он решил провести военный парад. До этого были просто такие гуляния с украинскими артистами, было просто шоу и награждение героев Украины. А вот сейчас военный парад. Дело в том, что Зеленский, когда он шел к власти, он критиковал Порошенко за то, что тот проводил парад, особенно в 2014 году, когда был парад на День независимости с военной техникой, в то время как под Иловайском были самые там серьезные бои. И вот интересно, что теперь Зеленский сам решил проводить военный парад, но я думаю, что это связано именно с 30-й годовщиной. Но посмотрим, как будет дальше. Также к годовщине планируют построить много всяких инфраструктурных объектов, как значимых там в виде дорог, так и сомнительной важности, например, флагштоки. На флагштоки планируют выделить 170 миллионов гривен, и это будет порядка 30 там высоких флагштоков по всем регионам страны. И тут у людей большие сомнения в их надобности, потому что в принципе, деньги есть куда вкладывать, это просто такой пиар-ход, и в том числе в Украине провалилась кампания по вакцинации, очень невысокий процент вакцинированных, и, возможно, лучше было бы деньги выделить на вакцины. Также вопросы по поводу этого празднования, как оно повлияет на распространение коронавируса. Сейчас, в принципе, в Украине заболевших не так много, но вот посмотрим, что будет после этих гуляний. Касательно парада, я тут снял отдельное видео, нужен ли он вообще в городе. Посмотрите, мне кажется, получилось интересно. Я там еще привел исследование о политических экспертах, которое провел американский психолог. В общем, посмотрите, получилось неплохо. Это там такая новая рубрика, интересен ваш отзыв. Ну и поставьте лайчик этому видео, если хотите продвижения каких-то правильных вещей. И пишите комментарии. Второй пошел. В Ужгороде наклонился флагшток, установленный ко Дню независимости. Ну, в общем, опять же таки, это история про то, что у нас все там спешат к какой-то дате что-то сдать, а есть какие-то технологические процессы в строительстве, там, твердение бетона, там, короче, всякие штуки, не буду о них я вам говорить, но их необходимо иногда выдерживать, желательно всегда. И, собственно, понятно, что когда ты спешишь к какой-то дате, у тебя там что-то получается, а такое бывает, что там строечка, как вы видите, там многие стройки, даты сдачи объектов переносятся. Это неприятно, но это нормально, потому что все предвидеть тяжело, потому что стройка это довольно-таки тяжелая, там много кого вовлечено, там кто-то где-то что-то не поставил. Сейчас тем более все болеют, то есть там ковид, кто-то заболел, что-то тоже не сделал. Ну, в общем, много всего, чего может произойти не так. И, собственно, из-за этого дата переносится. А у нас же как любят? У нас вот есть дата 24-е, надо все на День независимости сдать, иначе все, тогда вся страна развалится, если не будет 30 флагштоков. Вот,
Так все, видимо, думают. Ну и, соответственно, вот эта вся фигня и происходит. То есть там поставили флагшток, там этот трезубец накривился, там он упал на этот Lexus, тут он просто кривой. Ну, потому что все спешат, потому что всех там под палкой, чтобы они все сдали, иначе там будет, я не знаю, СБУ приедет, всех нафиг перестреляет или что случится. Ну, в общем, абсолютно дебильный подход. Это же история, на самом деле, у нас не учится абсолютно. Вспомните тот же Шулявский путепровод. Что там было? Там Кличко обещал сдать к Новому году, и просто этот мост ставили на какие-то доски, там, на временные опоры, закатали этот асфальт, который просто через месяц весь там поплыл, и новенький мост, а там уже ремонт асфальта. Просто ямочный ремонт из-за того, что не выдержали технологические процессы, зимой этот асфальт укатали. Опять же таки, и за это все платим мы деньги. То есть вы думаете, что там, кто-то типа чиновник, который гнал их, или Кличко, который гнал, чтобы вот к Новому году успеть, он за это деньги заплатил? Нет, мы за второй асфальт заплатили с вами, скорее всего, деньги. И, собственно, там с тем же белопешеходным мостом, вспомните, сколько там было куча всяких дефектов. Опять же таки, потому что его там хотели сдать к Дню Киева. Вот эта вся гонка к каким-то срокам, к сдаче, ну, это нормально. Это нормально, что ты как бы планируешь, что есть график, но также нормально, что что-то идет не так, и ты этот график двигаешь. Ну, не откроют там флагшток к Дню Независимости. Хотели, вот, чтобы все было открыто, надо было готовиться раньше. Надо было год назад это все делать, там, построили бы в мае, оно бы себе там флаг не подняли бы, палка стояла без флага, а вы бы потом флажочек подняли к Дню Независимости, и красота. Но нет, там, видимо, придумали все в июне, а вот в августе уже надо все поставить, все сделать. А вот уже видите, сколько. Один упал, второй скривился, сейчас там еще где-то что-то будет. Зачем такое надо за наши с вами деньги? Посреди развязки возле метро Сокарки, где Кличко обещал построить сквер, возобновили строительство торгового центра. Ох, сейчас я, конечно, скажу. Я считаю, что там не надо сквер, потому что сквер на развязке – это не лучшее место. То есть там будет некомфортно находиться. Я понимаю, что жителям надо, чтобы вот их дом был, и везде парки, скверы, красота. Но город так не работает. И вот как раз-таки строительство торгового центра – это неплохое место как раз для развязки, потому что это транспортный хаб, и там торговля может быть удобная. Пока вы ждете там какую-то свою маршруточку, вы проведете время в торговом центре, там что-то купите, где как раз кондиционирование, как-то проведете время, и это и европейский даже подход, я вам скажу, потому что действительно в транспортных хабах часто делают всякие торговые центры, и это нормально. И там не место сквера, потому что там будет неуютно, то есть там этот клаптик земли, и да, вы его озелените, но уюта от того не добавится, потому что там будет вот этот шум машин, особенно на Сокарках, особенно на проспекте Бажина, там просто невыносимо находиться, поэтому вполне нормально там построить сквер. Ну да, вы накидаете. В прошлом выпуске, когда я рассказывал про метро в Днепре, я допустил ошибку, использовав более старый генплан. На нем, собственно, на этом генплане я ничего не придумал, там вырезалась трамвайная линия, которая идет параллельно метро. И мне показалось это логично в той парадигме, в которой мы живем, где постоянно трамвай вырезается. Ну и плюс она действительно абсолютно дублирует там на большом участке метро, что вроде как даже с транспортной точки зрения логично, зачем дублировать. То есть вроде как да. Но оказывается, вот новый генплан со СМИНами, там уже не вырезается эта трамвайная линия, и это, конечно, прекрасно, но отсюда вопросы не уходят. Зачем тогда это дублирование, зачем тогда вы ведете там в том направлении условно линию метро? То есть остается дублирование, причем дублирование довольно на протяженном участке от вокзальной идет у нас трамвай и аж до музейной. Это как раз три новые станции метро, это довольно-таки дофига, и они дублируются линией трамвая. И тут тоже задавали вопросы, а что же делать? Ну вот если да, дорогой чемодан без ручки, вот это метро, что же тогда с ним делать, если не развивать линию метрополитена? Потому что, собственно, в генплане заложено, там, во-первых, продление существующей линии, а во-вторых, там новая ветка. Действительно, одна ветка в городе, она бесполезна. Ну то есть там в одном направлении ездить, это как бы не сеть. Она там сильно погода не сыграет.
Но тут тоже надо понимать там еще инженерные точки зрения, что действительно там работы уже начались, это метро роют, там что-то сделано, плюс закопать его дорого, что в итоге делать? Мне кажется, был бы неплохой выход объединить вот это все метро, существующее, с трамвайной сетью. То есть действительно там строительство новых станций необходимо было так проектировать, чтобы постепенно его выводить наружу и переводить в трамвай. Что-то такое можно увидеть на самом деле даже там в том же Риме, где ходит метро с рожками, и оно там очень много где едет на поверхности. Но еще лучше пример – это Порту, где они просто называют линию трамвая, они называют это метро, метро де Порто. Но прикол в том, что там действительно очень много участков, которые идут по мостам, которые идут внеулично, идут в туннелях. Собственно, вот у вас была бы такая сеть. Да, это предполагает необходимость там реконструкции уже существующих станций под непосредственно этот там новый условно трамвай. То есть новый тип поездов какой-то необходим, который будет вот ездить и по трамвайным колеям, и по собственной линии метрополитена. То есть тут либо необходимо будет убирать платформу, чтобы какой-то низкопольный трамвай, или же там тоже что-то расширять. Ну, в общем, это тоже инженерно-технически сложный такой момент, о котором, ну, я сейчас не буду вот так с дивана говорить, но то есть, ну, это все реализуется, и это бы действительно позволило расширить сеть, объединить. То есть это была бы трамвайная сеть, но с внеуличным таким большим участком, тоннелем, который вот выходит. Мне кажется, это было бы неплохое решение. То есть мы и оставляем существующие тоннели, потому что как бы их жалко выкинуть, вы же уже их построили, это очень дорого, но в то же время делайте это удобным со всеми вот этими пересадочками, потому что одна линия, она бестолковая. Ну, в общем, вот так. Я понимаю, что сейчас в комментариях мне напишут. Пишите, я читаю, интересно. За ночь застройщик снес усадьбу Барбана на Обсерваторной. Это очень грустная новость. Там, в принципе, боролись активисты, хотели защитить эту усадьбу. Это особняк 19 века. Не то чтобы это там что-то выдающееся, но это история. Действительно, это история Киева. И таких просто событий происходит очень много по городу. Реально уничтожается вся наша история. То есть ничего не останется. Да, там кажется, ну, вот это там не сильно там ценное, это не сильно ценное. А потом ты в итоге такой просыпаешься, и вообще ничего нету. И строят же вместо этого обычно какое-то говно, потому что строят, когда вот такая нелегальная какая-то стройка, то обычно они там экономят на всем, обычно это какие-то жлобы, и то есть получается какая-то еще их хрень взамен. Очень редко что-то хорошее. Когда реально там работают с исторической архитектурой по закону, как, например, с Арсеналом, там получается красота. Когда вот так незаконно ночью там что-то сносят, очевидно, там будет какое-то говно. И, собственно, тут еще интересно, что ночью, ну, ночью любые там шумные работы запрещены, строительные, то есть, ну, там еще привезли тетушек, которые разгоняли, собственно, местных жителей, которые были против стройки. А еще там была полиция. И вот тут интересно, полиция тоже была как бы на стороне застройщика, помогала, в общем, сносить здания. И тут интересно, собственно, реакция условно там наших политиков, чиновников и там министр культуры, он очень там оскорбился на Кличко. Но в целом почему-то там тоже много слуг народа оскорбились на Кличко. В общем, говорят, что это во всем Кличко виноват. Разумеется, Кличко виноват в том, что творится в городе. Но почему-то никто из них не оскорбился на действия полиции, которые непосредственно участвовали в этом процессе, которые, в принципе, это их вообще парафия предотвращать какие-то нарушения. То есть у Кличка нету силового аппарата, то есть он, например, там нет уже всех необходимых документов, чтобы это все строить. То есть есть какие-то запреты, все не выдано. Я там точно не знаю, какие документы были у застройщика, каких не было. То есть, видимо, город ему там что-то выдал. Понятно, там участок это его. Но очевидно, что там всех разрешений на строительство у него не было. И, собственно, вот тут уже как раз полиция должна предотвращать вот эти все нарушения. Потому что у Кличка силового аппарата нет. Он не может это предотвратить. Но в итоге все, конечно же, накинулись на Кличко. И, блин, на него есть за что накидываться. Но когда полиция просто тоже помогает это все уничтожать, и про полицию все молчат, хотя это на самом деле, ребята, слуги народа, это полиция, это как раз вы ней руководите, это ваш министр, давайте как-то, может, с ним поговорите, чтобы он этой фигней не занимался, а занимался защитой интересов там страны, истории, жителей. Вот тут большие вопросы. С
Совет национальной безопасности вызвало Кличко. РНБО возмутилась по поводу происходящего, что вот уничтожаются памятники архитектуры, и решила щемануть Кличко, вызвала его там на какое-то условное совещание, то есть, видимо, его там должны были щемануть, но вот это все очень там публично, Кличко ответил, что он не может, потому что он едет в Чернигов, тоже чувак решил такой, ну нафиг. Ну нахер. Отец, ну ты видел, видел? И действительно, конечно, неплохо бы, чтобы он там как-то пообщался, все-таки ты же политик, и действительно, то, что происходит в городе, это недопустимо. Но вот опять же таки вопрос к РНБО. Ребята, вы не хотите с полицией поговорить, какого хера это происходит? Не хотите своего министра позвать, как раз МВД? Не хотите Ткаченко позвать, министра культуры, который тоже там за охрану памятников, которые тоже как бы этим всем занимаются, и с ними поговорить? Непосредственно все вот эти стройки, они так или иначе незаконны, то есть там есть к чему придраться, и непосредственно вы можете использовать полицию, использовать силовой аппарат, предотвращая вот эти все разрушения. Но почему-то они щемят Кличко, то есть я понимаю почему, потому что это борьба за власть, потому что Кличко, видимо, собирается там идти в президенты, или он партию свою удар хочет нормально реновировать, непосредственно он поэтому и поехал в Чернигов, там плакатики свои развесил, просто такая политическая борьба, под соусом, что вот, мол, мы за все хорошее, мы за сохранение истории. На самом деле, я практически уверен, там чихать на все эти памятники архитектуры, на всю эту историю, а это просто такой хороший повод щемануть. ЖКшечка этой недели будет ЖК Тариан Тауэрс. Это довольно-таки знаменитая ЖК на Печерске, такие три высоточки, 31 этаж. Выглядят они, конечно, ну, как по мне, так себе, то есть это такая архитектура азиатская, которая там больше для Азербайджана, Казахстана подходит, но, к сожалению, вот строят ее в Киеве, я не могу сказать, что она ужасная. Есть любители такой архитектуры, это стекляшечки, в принципе, нельзя сказать, что они плохие. Стоимость квадратного метра тут стартует от 3100 долларов за метр и до 6000, то есть довольно-таки элитненькие, собственно, квартиры тут подразумевается, цена высокая, это Печерск, в принципе, хороший там район, но вот отсюда и стоимость. Ну и надо понимать, что, в принципе, архитектурные решения там довольно-таки хороших хватает. Причем тут можно действительно назвать, что это жилой комплекс, потому что там помимо непосредственно там какой-то жилой площади, квартир, там есть необходимая инфраструктура, там будут и кафе, и рестораны, там на крыше будет большая терраса общественная, где вы можете там проводить свое время. Также там бассейны, то есть вот эта вся инфраструктура, да, это уже можно назвать жилой комплекс. Ты там не просто спишь, ты там можешь еще и как-то жить. И это прикольно. Характеристики. Класс премиум, домов 3, этажность 31, технология монолитно-каркасная, стены кирпичные, утеплен минеральной ватой, высота этажа 3 метра. Ну, для такого класса жилья, для такой цены 3 метра, это я бы даже не сказал, что сильно много. Это минимально, наверное, которое можно было бы тут сделать. Количество квартир 574, и они сдают тут и с ремонтом, и без ремонта, и с отделкой. В общем, есть большой выбор, и это хорошо, но я бы вообще все сдавал с ремонтом, реально с каким-то крутым, классным, чтобы вот эти богатенькие люди, которые заезжают, покупают нам квартиры, чтобы ничего у них там по соседству не сверлило, чтобы ты такой, как батя, заехал, тишина, уют, у тебя там весь сервис есть и красота. А так получается, ты молодец, купил квартиру с ремонтом, но вокруг тебя все соседи купили без ремонта и там будут сверлить, у нас же любят посверлить. И что еще прикольно, да, вот 574 квартиры, но тут подземный паркинг на 670 паркомест, то есть более чем один к одному, хотя тут есть еще и гостевые парковки, то есть там же есть кафе, рестораны, и, соответственно, кто-то будет туда еще приезжать, но в целом паркомест довольно-таки много для такого комплекса. По документам. Ну, по документам тут интересно, то есть тут по кадастровому плану участка тут два, один для жилой застройки, а второй для индивидуального садоводства. Как мы понимаем, строительство трех 31-этажных домов – это не совсем про садоводство. Ну, а с остальным тут все в порядке, то есть садовых каких-то дел нету. Я думаю, что в целом можно принять, что с документами тут ок, кроме вот этого земельного назначения целевого у земли. По ходу строительства строят, в принципе, быстро, то есть вот постоянно вижу, что что-то происходит, но, тем не менее, сроки сдачи переносились.
Хотя одна башня уже даже введена в эксплуатацию, то есть получила там сертификат о готовности. Это, конечно, хорошо. То есть я думаю, что опасений того, что там его не сдадут, быть не должно. Скорее всего, там просто могут какие-то сроки перенестись, но в целом опасаться, что там что-то произойдет, не стоит. Ну и теперь к интересному. Планировочки. Вот планировки тут на самом деле дебильные. Что стоит отметить, это то, что, во-первых, тут, конечно, окна в пол, и это классно. Очевидно, у тебя там стеклянная башня, очевидно, что у тебя будут окна в пол. Что еще классно, здесь не будет кондиционеров на фасаде, потому что предусмотрели центральное кондиционирование, хотя почему-то там продажники, видимо, написали, что это будет централизованная приточно-вытяжная система, но если посмотреть на планы квартир, то там есть вентблоки, то есть там будет как? Там будет вот эта вся приточно-вытяжная штука классическая через вентблоки, а вот кондиционирование будет централизованное. Что это вообще такое? Это означает, что вам вот этот весь хладоген, фреон, короче, вся вот эта штука, которая холодит и которая идет на внешний блок, который у вас обычно на фасаде, она будет централизована. То есть будут каналы, которые подавать его, а он там будет где-то на крыше условно. И это прикольно. А вот как раз воздухообмен, он будет классический. И это уже не прикольно. Мне кажется, в таком классе жилья надо делать действительно приточно-вытяжную вентиляцию. Вы, во-первых, избавляетесь от этого количества огромного вентблоков, которые портят планировки. Они тут, кстати, портят, они тут выпирают, они их тут обложили кирпичом, но они реально не прячутся в мопы, они у вас в квартире стоят и портят планировки. Да, вы туда можете хотя бы засверлиться, но я, если честно, желал бы, чтобы его все-таки как-то спрятали в стене, и у меня в квартире ничего не торчало при такой-то стоимости квадратного метра. И вот при такой стоимости квадратного метра делают приточно-вытяжную систему, делают такие вентиляционные всякие короба в квартире, и выглядит это классно. Понятно, что у нас просто население штукатуров и любителей натяжных потолков, и это полный отстой, но реально в классных лакшерных квартирах на Западе никто не подшивает вот эти все потолки, то есть выглядит реально бомбически, такая просто там труба из нержавейки, очень красиво, я себе тоже такую сделал, мне очень нравится. Я вот это натяжных всяких потолков, подшивочек, гипсокартончиков, я этого всего не понимаю. Я считаю, что это довольно-таки безвкусно. Что еще стоит отметить про планировки, они довольно-таки неудачные, особенно с конструктивной точки зрения. Тут наставили этих огромных пилонов и колонн, и они реально просто убивают все планировки. То есть они тут каких-то таких конских сечений, причем я бы не сказал, что тут какие-то огромные пролеты. Пролеты тут небольшие, реально там 3 метра вот видно, если там смотреть по кровати. Вот небольшой пролет, но они ставят огромные колонны. Да, тут придут, так это ж 31 этаж, как можно? Я не буду показывать примеры там западных небоскребов по 400 метров, где и то лучше при такой этажности, да. Я покажу пример Манхэттена в Киеве, который 36 этажей, и в котором, ну, просто в миллион раз лучше сделали конструктив, и действительно там ничего не вылазит в планировке, при том, что там даже не 3 метра шаг колонн, а все 6. Видите, оказывается, можно и при большей этажности. То есть тут, очевидно, какие-то очень херовые инженеры над этим работали, соответственно, просто угробили всю архитектуру. Я не знаю, я бы, честно, имел бы я такие деньги, я бы не купил квартиру, где просто эти огромные пилоны. Прикольно, что есть балкончики, то есть у тебя будет вид, у тебя есть эти террасы. Это реально круто. Но планировки, опять же таки, довольно-таки, в принципе, странные, большие, но просто зонирование очень кривое. Опять же таки, эти кривые все стены. Расставить там мебель будет сложно. Ну да, понятно, что там люди могут под это все сделать мебель под заказ. Но это дорого, и это действительно типа не прикольно. Хочется каких-то более функциональных, опять же, такие какие-то конские спальни, при этом нефункциональная гостиная. Ну, вот плохо. Что стоит отметить? Ну, то количество санузлов сопоставимо с количеством спален. В принципе, там для двух-трехкомнатной, наверное, для трехкомнатной 3 санузла это уже даже может быть переборчик. Что в целом? Ну, в целом я отговаривать покупать ваше жилье в таком здании точно не буду. Это далеко не самое хреновое. Но если смотреть через призму своей стоимости,
оно очень дорогое, и за эти деньги точно можно найти намного лучше и даже дешевле. То есть тут херовые планировки, тут эти пилоны, в общем, но зато центральное кондиционирование – это круто, но могла быть и вентиляция. На аллее героев Небесной Сотни установили декорации советской квартиры. Это вызвало возмущение и драку с полицией. В общем, на аллее героев Небесной Сотни, там, где, в принципе, условно такой народный мемориал погибшим, установили всякие советские баррикады. Многих это оскорбило, и, собственно, и в сети там это очень многих оскорбило, а кого-то это оскорбило, что он решил эти баррикады ломать. Собственно, видимо, идея там была такая, показать вот как было до независимости, и потом показать, как было хорошо. Но там эти декорации немножко сомнительные, да, трешовые эти квартиры, которые действительно показывают, что до независимости было херово, но зато там есть вот эти ностальгические какие-то мороженое и автоматические маты с водой, что вроде как типа лампово. Мне кажется, если вы хотели показать, что до независимости было херово, необходимо было показать там пустой прилавок, где нифига нету, поставить какую-то вышку с ГУЛАГа, забор с колючей проволокой. В общем, мне кажется, вот это была бы неплохая демонстрация. Они что-то вот эту ламповость добавили, видимо, кто-то подумал, а вы хотите показать, что совок был хороший. В общем, возмутились. И тут есть еще момент, действительно, на аллее героев Небесной Сотни, если так подумать, у нас, в принципе, нету, наверное, пятнышка, где не происходили какие-то трагические события. Тут надо понимать, что ладно бы уже было все расследовано, виновных поймали, сделали хороший мемориал, а так еще там следствие идет. Понятно, что у людей по этому поводу очень болит, и понятно, что как-то надо деликатнее, наверное, подходить к таким моментам. То есть они там вроде как с музеем переговорили, негласно документы никакие не получили, но в итоге им напихали за шиворот, и, да, наверное, правильно, раз вы не умеете как-то работать с общественностью, раз вы действительно не довели там дело до конца, ну, вот так и вышло. На Банковой установили площадку с фигурами зверьков. Это прикольные на самом деле зверьки по мотивам рисунков Марии Примаченко. Реально они прикольные, они очень похожи. Это украинская, да, художница. Но у многих снова-таки подгорело. И вот тут не обоснованно, тут просто у людей просто горит от всего. Вот это как бы ненормально. Потому что там вроде типа мы такие все патриоты, короче, все такое. И у нас горит просто от Зеленского. И поэтому все, что там происходит в ОП, все плохо. Ну, на самом деле эти фигурки, это хорошо. И к тому же, блин, чуваки, вот тоже необоснованное подгорание, потому что доступ к администрации при Зеленском открыт. И это классно, потому что при Порошенко он был закрыт. То есть тут можно как бы не любить Зеленского, это нормально, никто его не должен любить, там, если не хочет. Но есть объективные какие-то вещи. Была территория закрыта, она стала открыта. Это какая-то демократия, это какая-то инклюзивность. То же самое там, о, типа ужасные эти животные, что это такое. Ну, блин, ребята, не понимаете в искусстве, ну, не надо тогда вообще как-то там о нем говорить. Ну, реально, это красиво, это там украинская гордость, и фигуры выполнены достаточно неплохо, там кто-то возмутился, что там у петуха какого-то косоворотка, хотя, блин, это рисунок Марии Примаченко, украинской художники, вот она так нарисовала петуха, и, ну, я не знаю, я бы не сказал, что какая-то там отсылка к России, да даже если была, ну, блин, это какая-то наша гордость. Почему от этого должно гореть? Вот тут, мне кажется, неправильно, мне кажется, у людей этих нету вкуса, им лишь бы повонять. Полиция обыскала помещения компаний, которые эвакуируют авто в Киеве. И это на самом деле очень грустно. Это надо понимать, что это просто политическая борьба с Кличко, что сейчас просто кошмарят коммунальные предприятия. Причем многие есть за что кошмарить. Действительно, вопросов к ним надо. И тут офис президента действует по принципу «друзьям все, а врагам закон». То есть по закону там всех есть за что кошмарить. Там понятно, что коррупционеры большинство. Но вот ситуация как раз с эвакуаторами у меня на самом деле болезненная. Там опять же такие слуги народа впряглись, что а как можно эвакуировать машины, типа там уже это все схематоз. Хотя на самом деле какой там схематоз? Опять же таки проецируют всю вот эту же мысль по поводу того, да, мы за эвакуацию, но за державу обидно, потому что город получает меньше, чем эвакуаторщики. Ну окей, давайте разберемся. Там действительно за эвакуацию платят 1270 гривен,
а штраф идет 250 гривен. И да, вроде как, ну, нелогично, почему это штраф, который идет в город, да, всего лишь 250 гривен город получает, а эвакуаторщики аж 1270. Но, ребята, блин, на эвакуатора ложится непосредственно все расходы. Помимо того, что надо купить эти эвакуаторы, надо их содержать, заправлять, надо еще там зарплаты платить этим эвакуаторщикам, налоги вы еще платите. А налоги это тоже, типа, деньги идут в бюджет, на самом деле, в бюджет страны, то есть бизнес платит налоги. Вот тена, да, у нас, видите ли, прокуратура такая оскорбилась, как так бизнес зарабатывает, ну шиш, как можно. И там они в итоге, там 8 компаний, то есть никакой монополии нету, да, там 3 какие-то из них завязаны, ну я не удивлюсь, да, окей, там есть что-то, кто-то, скорее всего, гривен 100 там каких-то прикрепил к этой эвакуации, и действительно, если сравнивать там с частным заказом, 1270, а участников такой же эвакуатор, надо понимать, что есть разные эвакуаторы, есть с вот этой параллельной площадкой, которая поднимает авто, вот они стоят от 900 гривен, если ты заказываешь частно. Но там еще плюс 14 гривен за километр идет. И отсюда и набегает эта стоимость, да, видимо, они посчитали немножко больше, потому что, во-первых, неизвестно, там, какое расстояние будет проходить эвакуатор. Когда ты заказываешь эвакуатор за 900 гривен, там, понятно, они себе 14 гривен считают каждый километр, и вот получается эта сумма. Во-вторых, тоже это немножко менее приятная задача, да, когда ты заказываешь эвакуатор, ты там помогаешь. Когда ты насильно эвакуируешь, то есть нарушителя, ты можешь еще там полицию нечаянно получить. Ну, то есть тоже не все захотят таким заниматься, не заработав тут ничего. Поэтому вот я считаю, что абсолютно необоснованно. То есть единственный какой-то инструмент, за который я благодарен Кличко, который работает, который борется с этими нарушителями. И вот его сейчас просто уничтожают, и мне от этого больно. То есть было что-то хорошее, и вот под соусом таким, что вот мы за все хорошее против всего плохого, этот хороший инструмент сейчас угробили. Причем, вообще, вот это с эвакуацией меня очень сильно подгорает, потому что почему-то там привыкли думать те люди, которые защищают, это там урбанисты, которые там просто ходят пешком и на велосипедах своих ездят. Я, на самом деле, у меня подгорает от незаконной парковки, как от автомобилиста. То есть я езжу на машине, и я трачу время, трачу деньги на то, чтобы запарковаться по правилам, когда я вижу, пока я это делаю, там сотни просто запарковывают город с множеством нарушений. И у меня от этого болит, и действительно, почему это они там себе комфортненько нарушают, не платят деньги, а я вот такой дурак, как лох, должен страдать. И у меня на эти эвакуаторы есть надежда, что я не зря это делаю, что все-таки справедливость какая-то будет, что вот их зато хоть эвакуируют. Да, они там сэкономили время, сэкономили деньги, но как-то они попадут на эвакуатор. А когда их уничтожили, эти эвакуаторы, то понятно, что эта справедливость пропадет, и я, и такие, как я, наверное, тоже начнут плевать на правила дорожного движения, и, в общем, будет полная жесть. ЗАЗ будет выпускать Mercedes в Украине. Правда, это автобусы собственной разработки для внутреннего рынка. В принципе, это реально очень хорошая новость, реально хорошо, потому что, кстати, ЗАЗ, если кто забыл, это Запорожский автомобильный завод. Ну, в общем, это Славуты, Таврии и непосредственно запорожцы. Они делают автобусы, и они будут с шильдиком Mercedes. Но это не просто шильдик, туда прилепили Mercedes. Это еще означает, что чтобы туда прилепить шильдик, необходимо пройти некоторые там условия, некоторую сертификацию, то есть специалисты из Mercedes приедут, там все сертифицируют, все проверят, и, соответственно, у этих автобусов должно быть там соответствующее качество. И мне кажется, это реально здорово, если действительно ЗАЗ пройдет вот эти все необходимые условия, и очевидно, что тогда будут автобусы сильно лучше, чем они там были до этого. Я очень рад, надеюсь, у них все получится, и надеюсь, что у нас все-таки автобусики будут Mercedes. В Украину приехала первая швейцарская электричка Stadler Flirt, которую будут тестировать на маршрутах City Express. Это абсолютно прекрасная новость. Во-первых, на маршрутах City Express появится неплохая электричка, неплохой поезд. Там, в принципе, он новенький, комфортненький. Вообще красота. Очень рад за это. Плюс тут еще интересно, что непосредственно вот эта электричка, она собиралась на Минском заводе, то есть там производилась, но швейцарцы рассматривают вариант перенести производство в Украину. Непосредственно из-за того, что в
Беларуси, там упоротый этот Лукашенко, просто диктатор такой, который там всю политику под себя подмял. Понятно, что с ним никто не хочет работать, понятно, что там могут накладывать еще кучу санкций. И вот весь нормальный, адекватный бизнес оттуда собирается выходить. И, собственно, это сигнал всем жителям там постсоветского пространства, что означает, когда вы приводите к власти вот таких вот дебилов. Очевидно, что это не надо делать, потому что это все угробит вашу экономику. Я очень рад, что у нас будут собирать, если действительно договорятся, эти поезда. И, во-первых, хорошие поезда, во-вторых, это рабочие места и вообще хороший транспорт. Новые трамваи для Днепра и Кривого Рога. 17 августа департамент ЖКХ объявил тендер на приобретение 18 новых трамваев. Ну и тут забавно то, что этот тендер, очевидно, прописан под определенного производителя, а именно Татра Юг. Потому что там указываются какие-то довольно-таки забавные параметры, которые на самом деле, мне кажется, неправильно их указывать. Например, количество дверей, 4 двойных и 2 одинарных, которые просто таки попадают под Татра Юг трамваи, что, ну, абсурдно. И, ну, да, у нас вот так происходит. С одной стороны, конечно, хорошо, что закупают трамвайчики, развитие трамвайной сети, мы всегда это поддерживаем. Если вы тоже поддерживаете, ставьте лайчик. Но, с другой стороны, хотелось бы какой-то прозрачности. Хотелось бы, чтобы в тендере не прописывались условия под непосредственно одного производителя трамваев. КМДА заявили, что чтобы полностью заменить маршрутки, необходимо 15 миллиардов, а у Киева нету на это денег. Понятно, нету, когда вы выделяете просто там миллиарды на развязки, на расширение дорог, там 3 миллиарда на Стеценко, 2 миллиарда на Шулявку, еще там 2 миллиарда на мост, в общем, еще и 3 бюджета просто уходит на образование. Образование это дело хорошее, но почему так много, я вот не понимаю. Понятно, что на общественный транспорт денег толком не остается, хотя на самом деле в бюджете на общественный транспорт денег нормально. Но я думаю, что тут еще есть нюанс, что в маршруточках есть наличечка, и никто не хочет, чтобы этот поток наличечки куда-то девался, потому что его можно, например, на выборы как-то выделять. А так придется все как-то фиксировать, электронная эта оплата, кто ж на это пойдет. Ну, понятно, что Киеву нереально с этим, видимо, с этой властью, Киеву действительно нереально отказаться от маршруток. Значит, надо отказываться от этой власти. На этом все. Такие вот новости урбанистические на этой неделе. Пишите свои комментарии, что вы о них думаете, ставьте лайки, помогайте мне развивать канал и продвигать хорошие идеи. Пока!